тобой буду жить. Хочешь, я переезжаю? Переезжаю так, что я очень спокойно. Прочти у пары, как он в NHL сыграл. Прочти. Типа просто вкидывает что там. Нормальная игра, нет, а потому что никак сегодня сыграл. Да, вчера я его обыграл. Да? 4 раза. Сейчас спрошу. Но... Сегодня проиграл, но еще не вечер, как говорится. Спроси у него, как он сыграл. Продолжаем. Мне повезло, то есть. Продолжаем выпуск. На фарт выбирали команды, мне попались слабее объективно. Ну, давай, первая игра как прошла? 4-1. В пользу кого? Не в мою пользу. Вторая. 1-4. 3-0, по-моему. Ну, там удаление РФ завез, как обычно. Все понятно. Судья виноват. Да, третий уже просто на дизморале проиграл, на самом деле. Но сегодня я теорию подкрепил в Ютубе видосиками. Тем более, сегодня будет реванш лютый. Стас, сразу после ты мне обеда. За 3 игры одну шайбу забросил. Я 10. Общий счет 10-1, ребят. У великих команд бывают такие периоды, просто надо их пройти. И все, сегодня будет тот день. Стас просто сейчас на сборы съездит, потренит чуть-чуть там. Ну, радал, хоккейчик. Ему ничего не поможет. На этом заканчивается тупай, наша съемка. Пойдем. Все, не упади, братан. Нет, стой. Вот авто. Нет, стой. Ты сказал, лучше, типа лучший игрок мира. Кто лучший игрок мира? Не Месси? Сейчас, верно. Сейчас закончили. Давай в Майами играем, все. Ну кто? Always. Да. Impossible. Каждый момент. Не, давай, другой. Давай, давай, кто? You think Messi could okay, play? Okay, last 20 years. 20, oh. I prefer Ronaldo de Brasilia. De Brasilia. А, Бразилия? Бразилия. Сколько он играл на топ уровне? With two big injuries. And he win какая? Everything. Это... And его he win everything still. Вы просили центрального защитника? Мы привезли. Пожалуйста, Женечка Лукиных. Спасибо. Добро пожаловать. Да. Стойки, стойки, с наклоном одну в другую. Отведение, отведение. Трогай. Стойка, назад, назад. Вы сейчас пей. Я 70-летие свое встречаю. Встречаю 70-летие. Сегодня у вас 70-летие? 13-го было. Да. Что, подарок сегодня сделали? Конечно. Сергей Алексеевич, это наш преданный болельщик, который с нами постоянно. У него был юбилей, 70 лет. Давайте его поздравим. Спасибо. Дайте здоровья. Здоровья вам. Да, всего самого хорошего. Это вам, Сергей Алексеевич. Спасибо. Здоровья самое главное. Да. Спасибо, себя, что, спасибо, спасибо, что поддерживаете. Вам спасибо. Давайте. Туннель, спасибо. Да? Туннель будет. Туннель будет. Спасибо. Спасибо. Уважение. Давайте. Спасибо. Понедельник уже снова. Конечно. По-другому не получается. Сегодня терпели еще будут. Да, ну поздороваемся, конечно, с ним. Поблагодарим за... годы. За те годы, которые отдал нам. О, какие люди в Голливуде. Здорово, дорогой. Здорово. Витчу, как ты? Отлично. Нормально? Хорошо? Нормально, ты как? Да, нормально. Адаптировался? А, блин, боссы. Ты как? Нормально? Я смотрю. Ну, все хорошо. А где жить? Давай, брат. Хороший. Всегда тепло. Долго искали там чемпиона. Ты рад видеть Сабу? Да, конечно. Сабу это родной, да. Обратно другая.
обратно вперед со скручиванием. Хорошая! Че, езжайте в отель, остываемся. Рак, погоста, Бухины, Сара, Витай, каждый сказал, Патраков, Кинян. Вадим, Илюшин, За спину. Понятно? За спину держать. Игра пас. Отлично. Ну ладно, отлично. Тяжеловато, конечно. Тяжеловато, но могли бы еще поиграть. Сил, мне кажется, хватило бы. Пять дней хорошей работы. Игра. Осталось еще немного до конца первого сбора. Еще одна игра. Еще игра и несколько тренировок. И будет пауза, передохнем и с новыми силами. В комментах поздравляем Лешку. 1+1 сделал. Умничка. Я считаю, самый молодой и перспективный. Здесь? Там. А там? Удачи вам. Есть? Спасибо. Все, удачи, всего доброго. Сережа, удачи, спасибо. Спасибо.
офигеть, брат. Ты со мной 4 года играл в Локомотиве, а ты меня куда убегаешь? Ты же знаешь, назад надо. Я забыл, брат, память плохая. Забыл. Надо назад бежать. Там, если бы не с собой был, а другой любой, с этой бы кину побежал бы. От собой не убежишь, он хорошо бежит. Он очень хорошо. Хорошо, хорошо, ну, он хорошо. Нет, потому что Пеняй, знаешь, почему не убежал? Потому что Пеняй испугался протыкать. Да. Он остановился сначала, потом он сначала пошел, остановился, потом опять пошел. Если бы он сразу пошел, он бы убежал бы от него. Просто кинул бы его и убежал бы. Я вижу, что меня видишь, и не отдаю. Можешь понять. И ты вроде, типа, в первый темп, знаешь, не успел. Да. И вроде уже типа и во второй мог отдать, и ты нацелен, то замешкался, да. И уже нацелен. Это координация, брат моя. Закончили. Конец.